хорошо, благодаря волонтерам, я, это как бы в самом начале этих создания этих экранов мы испытывали вместе с Валерой, с тобой, Дима, ездил на полигон, стрелял. Он их на полигоне показал, что выдерживают выстрелы такие в реальных боях, в реальной жизни помогало. Сколько раз было заход в аэропорт, сколько было попаданий из РПГ. И экраны, если бы не экраны, то потеряли бы намного больше пацанов. Ну и так много потеряли. Но... Спасибо волонтерам, спасибо, что помогли, собрали сейчас. Обратно же помогаете восстановить эти экраны. Потому что вони реально спасають життя.